Здравствуйте, уважаемые любители гармоники! С вами вновь Павел Уханов. Я официальный представитель фабрики «Тульская гармонь», а также профессиональный гармонист, педагог Российской академии музыки имени Гнесина. Специфика моей работы на фабрике заключается в том, что через меня люди заказывают гармонику под себя. Очень часто даже гармонику мечты. То есть человек хочет, чтобы его инструмент абсолютно во всем отвечал его характеристикам и требованиям. Например, хочет, чтобы корпус был определенного цвета, чтобы было соотношение голосов именно такое, тональность такая-то, украшение, инкрустация или художественная роспись тоже подбирает под себя. Но часто мне звонят люди и хотят гармонь приобрести в ближайшее время. Либо они к какому-то торжеству торопятся, либо просто, ну, уж замуж не втерпешь, не хотят долго ждать, хотят купить хорошую гармонь и сразу начать обучаться, либо просто хотят сменить свою старенькую гармошечку на новенькую. Либо относительно новую. Почему я сказал относительно новую? Ведь фабрика занимается только новыми инструментами. Изготавливает, а не реставрирует. Дело в том, что я совместно с фабрикой «Тульская гармонь» стал предлагать услугу «Трейд-ин». Ну, многие знают, кто покупал автомобили, или даже не покупал, но наслышаны об этом. То есть если у вас есть относительно свежий инструмент производства фабрики «Тульская гармонь», ну или есть у вас гармонику, которую вы заказывали через меня или покупали у меня, и хотите пойти на повышение, тогда вы этот инструмент сдаете и заказываете новую гармошечку. Вот то же самое произошло с этим инструментом. Хозяин заказал многотемровую гармонию в этой же тональности «Фа-мажор», а эту сдал в трейд-ин. Причем условия у нас очень лояльные. В отличие от автосалона, я не скидываю сразу треть, а то и половину суммы. Я стараюсь вернуть своему заказчику по возможности от 90 до 100% той суммы, которую он заплатил за гармонику. Ну и, соответственно, раз владелец, уже бывший этого инструмента, ждет себе многотемровую, эта гармошечка свободная. Модель концертная. Это наша новинка. С технической точки зрения, я имею в виду механики, инкрустации, меха и так далее, это такая же гармонь, как и заказная G1. Заказная G1 – это модель, на которой играл Сергей Сметанин, Геннадий Дмитриевич Заволокин, Сергей Привалов и многие другие гармонисты. Правда, у них были инструменты цельнопланочные. А гармонь концертная, которую держу я в руках, по сути, это такая же гармошка, просто она не четырехголосная, а трехголосная. И корпус у нее такой более угловатый. А что касается механики, все на высшем уровне. Абсолютно такая же левая механика, заказной мех, инкрустация натуральной ракушкой, деревянные сеточки, конюшковая механика правая. И как раз в тональности фа-мажор разница между трехголосным инструментом и четырехголосным, если мы берем традиционные гармонии, а не многотемровые, очень маленькая. Сейчас я вам продемонстрирую, как звучит эта гармошечка в тональности фа-мажор. Песня не для меня.
это гармошечка. Если вам подошла ее тональность под голос, или вам просто нравится этот нежный и певучий тембр правой руки и мясистые басы, то вы можете ее приобрести. Тем более инструмент продается со скидкой. Напомню, что его хозяин играл несколько месяцев на этой гармошечке, научился как следует играть, и у него появилась финансовая возможность, и заказал гармонь многотембровую, с семью регистрами цельнопланочную. А эту сдал в трейд-ин. Ведь не солить гармошки, пускай лучше достанется она кому-нибудь другому хорошему гармонисту. Здесь два плюса. Во-первых, гармоника со скидкой, даже три плюса. Во-вторых, она уже как следует разыграна. И в-третьих, ее не надо ждать и заказывать. Потому что гармонии концертные, это у нас достаточно популярные модели. Напомню, это наша новинка. Мы их сделали всего около 20 штук. В масштабах России это просто эксклюзив. Поэтому звоните мне, пишите. Все остальные подробности я вам расскажу по телефону или отвечу на электронную почту. Но если вам гармоника понравилась, но тональность не очень подходит, знаете, вы можете заказать такую же гармонь, но немножко с другими вашими индивидуальными техническими характеристиками через меня, через официального представителя фабрики «Тульская гармонь» Павла Уханова. До новых встреч!